Ну, собственно, поехали дальше. Так, почему я здесь? Please remember, safety at work is our highest priority and should be yours. Все, поехали. Central Production B. Personal arrival. Давай центр продакшн. Такая вот станция. That was an amazing experience. I mean, you already know that Creo is not just another company. Our founder, Jonah Gutenberg, has a vision. Чувак какой-то болтает. Он будет болтать на протяжении всей игры. То там, то здесь. Еще понимать, что он говорил. Ну, что-то про Creo. Ладно. Сейчас дадут дрона. Вон того. Seems you've got a screw loose somewhere. Thanks for your concern. Error, no loose screws found. Right. So где все? Хорошо, а где все? Не удается установить соединение с сетью Крионет. Недоступных данных. Где оперцентр? Информация недоступна. Ну пока. Time to get to work. Let me show you the way. Terms of use and license agreement. How may I be of service? Provided by Creo, I'd like to help. А, ну кстати говоря... А, нет, нет, нет. Please hold the line. То есть вот он сейчас это сделал, открыл, да? Вот этот вход. Но... Но чтобы я это мог делать, мне нужна одна дополнительная вещица, которой у меня пока нет, которая будет еще не скоро. Поэтому возвращаться на первый уровень. Возвращаться на первый уровень смысла сейчас нет. Не пустит все равно. Ну, то есть не смогу я открыть. Вот такая вот защита. Ее дрон умеет открывать. Такое.
Вот так вот он умеет стрелять. Welcome. This unit is currently running on emergency power. Services are limited at the moment. We apologize for any inconvenience. Тут ничего не работает, надо взломать консоль, короче. Недалеко тут. И тут в засаде мужик сидит. Сидел. Ну, собственно, я даже не знаю. Вернуться, что ли, ладно. По сюжету пойду. Good to see you. Hello. Anyone? She said I should get to the executive level, that it's safe there. Security forces have it locked down, but it's the getting there that's the problem. She said things will soon be under control, and they've asked for external aid. It tells you how serious things have gotten if they've called for outside help. But you know what? It's fine. If they've got everything under control, I'm just gonna sit here and wait for them. It's terrifying enough listening to the noises, let alone being out there. I'm safe here. Так, теперь вот здесь. Warren, I was starting to worry. I'm glad you're okay. Ты кто такая еще? Will you finally tell me who you are? Sally. Sally, меня зовут Салли. Медицинская служба, мой участок, зал администрации. Я здесь полностью изолирована, или скорее заперта, всего лишь пытаюсь понять, чем я могу помочь. Что происходит? Я знаю только, что ничего толком не работает, весь сектор изолирован, заперта в зале администрации. Из твоего сектора поступает сигнал бедствия, но связаться я смогла только с тобой. Мы должны что-то сделать. Ладно. Мы должны выяснить, что произошло, но мы ничего не успел прочитать. Ладно. До свидания. В общем... Сюжет такой, что до всего сам доходишь, додумываешься, ни из сообщений, ни из диалогов. Есть одно место, потом оно будет, там кое-что объясняется немножечко. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Кто пищит? О, что-то скинул. Там вот чувачки стоят. Они страшные вообще-то. На НГ плюс-то. А, попробуем. А, видал, что делает. Сейчас меня завалят, скорее всего. Может, нет. Ребят, меня завалить теперь уже не так-то просто. Я тоже не пальцем деланный. Эта дверь не открывается, потому что нет доступа. Так, еще пищит. А, это наверху. Так, а что правда пищит? А как посмотреть? Да, ладно. Пофиг.
Когти, говоришь, да, отрастил, гад? У меня тоже есть, смотри. Здесь засада. Когда знаешь, ну, как, не то, что проще. Ну, вообще-то проще, наверное. Когда знаешь, всегда проще, вообще-то говоря. Да сейчас помогу, не ори. Кирилл при первом прохождении так вот зашел, кто-то говорит, никого нет. Я выбежал, он опять говорит, блять, я опять вернулся, смотрю, он тут в углу стоит. Его не видно нифига. Ты кто такой, мать твою? Дэйви. I work on the Shell production. Ran in here when those freaks started showing up. Работничек. Что происходит? You know what's going on around? You mean all this crap? No idea, man. Понятия не имею. System hard, that's for sure. Melted my damn neural link. It was like I was tripping in someone else's head. Some weird shit going down. That's. Что ты задумал? So what are you gonna do now? Don't know, man. Не знаю. Staying out here, that's for damn sure. Maybe ops. Should be safe, right? Ну да. So long. Later. Оперцентр, медпункт называется, понятно. До меня только сейчас дошло, ну, ассоциация возникла, что оперцентр это медпункт. Ой. Перестань, чувак. Так, вот к этому надо сходить. Так, стоп, а как к нему попасть-то? Короче, смысл в том, что киборги, они захватили планету. Всю планету. Я его спас. Он чуть не сдох. Это нормальный мужик. Да, не за что. Маэс. Can't count how many times I've nearly pissed my pants. I'm Hobbs. Dean Hobbs. No one calls me Dean. What are you doing down here? Well, just being me. I mean, I'm maintenance. I should have left this stuff to security. But stupid man. Техник. Wanted to check the failsafe consoles. See, we got separated from my crew, but I thought, and that's when my rig gave. Что происходит? Shit, man. I felt like my brain was an egg on a griddle, and then the yolk popped. Woke up, head ringing like crazy. Everything what I've seen since then. What's the deal with these fail-safe consoles? Что ты знаешь об этих аварийных консолях? Creo's got a few around the factory to monitor problems and record them. There's sure to be some crazy stuff on them with all that's going down. And check them out if you want, but my adventuring days are done. What's your plan? I'm gonna get my ass out of here before it gets me. Think I'll head up to ops. Should be. Задницу надо уносить, говорит, отсюда. Вот про центр. Давай, вали, 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 вали. Консоли аварийные ни черта полезного не говорят вообще. Процесс систем хранения обработки данных сообщает о полной потере данных без возможности восстановления.
Местные источники энергии, не подключенные к общей сети, остаются в рабочем состоянии, клиенты такого... Фигню какой-то болтает, господи, вообще к сюжету никакого отношения не... На мой взгляд, не имеющее. Нафига это все? Да что так долго? Functioning implants and rigs should be collected for refurbishment and redistribution to fully functioning human assets. Ни хрена у тебя дрын, мужик. Ты меня не зашиби только этим дрыном, ладно? Я сказал, не зашиби, а ты дерешься. Ну-ка, отдай-ка мне его. Он тебе не нужен. Что у него за дрын был? Две аптечки на него просрал. Ну ладно, пофиг. Один с дрыном. Че с дрынами-то все? Я к вам с коготочками, а вы, значит, с дрынами, да? Нормально. Ну, задохни тогда. Раз по-хорошему не хочешь. Вот этот братан с коготочками тоже. Оборудование стоит. Дрон полезен только вот выманивать врагов. Для всего остального он совершенно... А, ну двери открывать еще, да. Для всего остального он... Все остальные функции у него... Может быть, я, конечно, не научился пользоваться, но я пробовал, мне что-то вообще не понравилось. Чувак, давай ты сюда придешь, и я тебя здесь вот так вот затыкаю. Нет, 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 только не туда, нет, 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 блядь. Там дыра, ты туда упадешь, то умрешь. Вот чем они, ну... Они кое-где лишних дыр по... Лишних дыр понатыкали. Так. Робот. Ну, с роботом я буду биться вот этим. Вот этим дрыном, наверное. С ним, в общем, лучше всего не биться, конечно. Блин! У меня плохо получается с ним биться. Он и дальше делает. Да ты! Лечилки еще
не сразу срабатывают. Зачем они так вот тоже сделали? Ну, то есть пока ты в анимации удара, ты лечилкой не можешь воспользоваться. Мало того, что их тут кот наплакал. For a moment I thought you were one of these psychos. Already ran into a dozen. Guess I've always attracted the. Ты кто такая вообще? First time I've smiled in days. Thank you. I'm Irina, by the way. Train. Чё ищешь? You searching for something? Look at Mr. Inquisitive. Just trying to find something that would help me stay alive a bit longer. A good staff. On the off chance someone need. Короче, она шест ищет. Ей шест нужен. Мне этих шестов. Usually saying that is a prelude to disappointment. So, let's see what you've got. Как грязи. Я блок блокмастер отдам. Alright then. Let me introduce you to the Biomaster. I owe you. Биомастер. Что происходит? Yeah, this company finally managed to burn the final vestiges of humanity out of us. Guess we're the lucky ones, though. Didn't drop dead, haven't blown a fuse, at least not yet. Что делать будешь? So what's with? I could ask you the same question. I guess sitting things out is just not our way. I never liked those smelter bots. Always kept an eye on them, even before this shit went down. It's time to push their damn emergency stop and. Better get going now. And just as I was getting to know you. А, шест мой появился у нее. Подожди, я какой шест отдал? Горящий, что ли? Нет. Че, подеремся, ребят? Они, блядь, страшные только. Не то, что страшные, они станут. Застанет, а потом бьют. Нечестно, ты понимаешь? И во время стана я сделать ничего не могу. Это неправильный удар. Зато вот это правильный. Ты живой, что ли, еще? Господи. Ты будешь попадать или нет, твою мать? Вот на лестницах лучше вообще не биться. На лестницах боевка кривая. Потому что прыжки, вот удар в прыжке на лестницах, подкаты еще вроде бы работают, хотя тоже криво. Ну, удар в прыжке вообще кривой. Я все хилки, короче, потратил на этих последние три. Ну ладно, стой тут. В общем, это квестовый персонаж. В данном конкретном случае она попросила шест. Я ей отдал шест. Так, здоровье у меня хрен да маленько. Надо аккуратненько вот туда пройти. Готов. Не умереть здесь. Чё меня так мочат сильно, а? Урона у них, конечно, стало, дай боже. Чувак, ты какой-то странный. У них у всех сбой в имплантантах, короче. Они же все имплантированные. У них в мозгах. Железо. Вот, и кто-то хакнул систему. А, так у меня...
же апнуться можно. Ну, ладно. Как тебе надо апнуть? 15 хилок не хватает, офигеть. Урон 252. На НГ плюс это нормально. Так, с тобой я больше говорить не буду. Вот, вот с этим надо поговорить. It, да, здорово. Да, давай мне все. Here, спасибо. Бла-бла-бла. You met Davey? Oh yeah. Wanted me to fetch him his meds. Of course I should. He's crazy. Короче, он про Дэви говорит, про этого. Чё они с ним не поделили, я не понимаю. Этот лекарство просит. Медоксинол. Постараюсь найти. На самом деле, это не лекарство, а наркота. Ну, своеобразная наркота, так скажу. Ну или может быть, ну в общем я не знаю. Медоксинол, он после этого медоксинола. Перестанет быть похож сам на себя. Так, ладно. Пошли по сюжетке. Надо, наверное, попробовать что-нибудь выбить, что ли, с них. Может, седьмой уровень здесь дадут. Но если я так выбивать буду, то... Стоп. Если я так выбивать буду, то, конечно, ничего не дадут. Сдох. И нифига, да ладно, как так-то? Ты должен был. Ну какой это Dark Souls, ребят, ну вы чё? Где в Dark Souls такая боевка? Ну. Это... Чё хер с пальцем-то сравнивать? Ух ты! Забыл про тебя. Я не знаю, может это на видео не видно, конечно. Но, если вот кто не играл, допустим, и смотрит. Но я вас уверяю, что в игре... Так, вот. Вот, вот для чего нужен сотый уровень, вот. Цифра 100, вот у меня сотый уровень, я могу открыть. Если бы у меня не было сотого уровня, хрен бы я открыл. А здесь лежит 10-й апгрейд. Ну, то есть ап до плюс 10. Он мне, конечно, сейчас прямо не нужен, но потому что я его не смогу применить прямо сейчас. Но тем не менее, пусть будет вот этот вот ап. Вот. Нано и наноядро. Вот у меня 5 уровня одно есть. Но, кстати говоря, оно сейчас и бесполезно даже. Пойдем еще на одну тварь посмотрим. На здешнюю. Лежат. Лежите, да? Типа безобидные. Но, блин, с ними не так, конечно, надо воевать. А вот так. Сначала
отрубаешь им хвост. Это первое условие. Ну, сначала его, конечно, надо сагрить. Так. Хвоста нет. И его нет. Плохо, вот, что они не сагрены, и приходится сначала с двумя сразу не сильно приятно. Ну что там встал? Не-не-не, это не та атака. Готов. Так, надо одному лапу, что ли, отрубить. А хотя с них лапы-то и не падают нифига ведь. У них только вот эти вот. Вот эти вот падают. Ну, этот новый нападали. Блин, их продать надо. Ну, в смысле, разобрать на запчасти. Вот лифт, чтобы не ждать, прыгнул. И удар сделал. Потому что если бы я спрыгнул без удара, я бы сдох, скорее всего. Ну или бы много-много жизни потерял. Клево сделали. Так. Куда дальше? За угол тут лучше заглядывать. Желательно заглядывать. Уж по башке дают из-за угла только так. На раз. Блин, рано выбежал. Фига ты, блин. Дядя. Нифига не видно. Можно туда идти, нельзя. Ой. 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 А, ну здесь я уже был вообще. А, еще в одно место можно сходить за. Улетел. В неведомую даль. Так, я тут оружие посерьезнее возьму. Наверное. Тут место не больно удобное. Для войны.
Ой, ну вот, вот, да. Вот про это я и говорю. Тут можно улететь нахер за борт. Чувак. Перестань. Ну вот не берется, вот подходишь и не берется. Я сначала подумал, что меня обманули. Но нет. Надо вот встать как-то так. Вот, все, понял. Так, сколько у меня их уже? 6. 6 это на 2 оружия. Потому что, ну хотя не знаю, на в первой игре так было. Это дали модуль для дрона. Что-то там делает. Бесполезная дрянь, в общем. Ну, не знаю, я не пользовался. Может, не бесполезный, конечно. Так, сюда позднее. И с другой стороны. Что я говорил? А, для оружия надо 3. На первом... На НГ просто. На Г. На первой игре. Мусор англоязычный иногда выбешивает. На первой игре нужно 3 вот этих нано... Ну, вы поняли. Нано-улучшателя. Так, куда идти? Я сколько раз тут бегал, до сих пор не знаю путь. С тобой я больше воевать не буду, Луча. Ты дурной и бестолковый. Сварщик. Вот, а сколько нужно на НГ полю, на новой игре? Okay, guys. Я не знаю, может быть больше, чем 3. This is Binberg, so listen up. I don't know if you made it out of recycling. I don't even know if you can hear me. But if you can, meet me at the outbound station. Stay safe. I'll be waiting. We can make it together. Прижало вас тут, чёрт. Походу. Пойдешь налево, коня потеряешь. Направо лошадь потеряешь. Нет. Имплант дадут. Куда я упал? О, чувак, здорово. Ах ты, сука. Из-за угла, да, атаковать. Гнида. Недорезанная. Так, все. Сюда можно запрыгнуть? Ну-ка, подожди, чувачок. На, блин, что ты сдох-то? Я куда-то иду... Назад куда-то я иду. Совсем не туда. Не в та сторона. Ай, ладно, пофиг.
Тут много по туннелям бродить. Так что, кому не нравятся туннельные дела, можете дальше не смотреть. Потому что тут... Тут туннели будет, которые, естественно, невозможно все запомнить. Ну, я имею в виду направление движения в них. Они одинаковые все, потому что... Ту, блядь, ну вот опять туда попал. Ладно, хер с ним, пойдем в другую сторону. Хотя здесь страшно. Здесь могут убить даже. Здесь вот так надо делать. Здесь этот робот мешает в основном. Доставучий. Сука, какие длинные у нее это лапы, конечно. Нет, 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 лечись. Ну, слава яйцам. Разродился. Чувак, иди сюда. Там дырка, я знаю. Я в нее опять в аду. Сколько раз? Ну, нисколько. Ну, пару раз падал вот сюда и вот, и вот сюда. Заразы. Бежишь к нему, а тут дыра. И фау туда, и все. Игра game over, да, как говорится. Они, конечно, в некоторых местах правильно дырки наделали. Они нужны. С ними интереснее. Но в некоторых местах, ну, совершенно напрасно. Блин. Даже со слабых ударов дохнет. Ferguson dumps us, then it's all buddy, buddy, come to my party. Fuck him. Listen to shit. Hi, pals, as you may know, next week is my birthday. Who does he think he is after what he pulled? There'll be tons of cakes that bring your hunger to break Area 12. Hope he chokes on him. First the drones, then John, and now the salaries. He's got a screw loose if he thinks we'll forget and forget. One of these days, I'm gonna grab my tools and tighten it for him.